Анатолий Михайлович Зверев. Родился в 1925 году в поселок Шуга Надымского района. Семья приехала летом 1931 года. В 1939 году он поступил в Салихарское педагогическое училище. В год начала войны Анатолию было только 16 лет, и на фронт его не взяли. После получения диплома учителя в 1942 году он был направлен в 7-летнюю школу поселка Катравож Приуральского района. Но уже через год добровольцем отправился на фронт. Воевал младший сержант Анатолий Зверев в стрелковых частях. За проявленное мужество в боях был награжден орденом Красной Звезды. В 1944 году передовые подразделения 1-го Прибалтийского фронта вышли к берегу Западной Двины. Батальону было приказано форсировать реку. Плот батальонного комсорга достиг левого берега Двины первым. Младший сержант оказался на маленьком захваченном плацдарме старшим, и он возглавил атаку. Чтобы остановить шквальный огонь врага, он собственным телом прикрыл вражескую амбразуру дота. За этот подвиг младший сержант Зверев Анатолий Михайлович посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.